Всем привет! Каждый человек в своей жизни хотя бы раз задумывался о том, как изменить мир, как сделать его лучше. Каждый задумывался о неправильности чего-либо в своей стране, о несправедливости, о жестокости жизни, о ее серости и многом другом. Мы все кричим, что нужно что-то менять, но делаем ли мы сами что-то для этого? Необходимо понять, от чего в жизни так много жестокости и несправедливости, от чего люди порой становятся такими мстительными. Здесь работает принцип, как на войне. Когда на одно государство нападает войско, оно, естественно, берет в руки оружие и встает на свою защиту, ведь это же верно. Редко в таких делах кто-то сдается сразу, война все равно будет. Так же и у людей. У них сложилось что-то вроде стереотипов, и эта военная практика стала привычкой, обычным делом. Будда говорил: «Не отвечайте злом на зло, иначе злу не будет конца. В ответ на обиду поцелуй врага своего, и ему станет намного больнее». До тех пор, пока мы сами отвечаем злом на зло, мир будет злым. До тех пор, пока мы будем говорить, как плох мир, он будет плохим. До тех пор, пока мы не возьмем и не сделаем что-то, мир останется таким, какой он есть. Известен ли вам принцип бумеранга? Когда вы запускаете его, он пролетает круг и возвращается к вам. Вы сделали зло в начале дня, а в конце дня оно вернется к вам снова. При этом зло охватит уже несколько людей. Это принцип как домино. Толкнете одно, следом упадут другие. Когда вы делаете зло, оно пролетает круг и возвращается к вам. И так без конца. Нужно хоть раз попробовать сделать добро. Приведу элементарный пример. Вы утром выходите из дома, и тут вас случайно обливает водой из лужи человек на велосипеде. Обычный простой человек начнет сразу же кричать на велосипедиста. А вы попробуйте так не делать, просто улыбнитесь и рассмейтесь над этой ситуацией. Этот бедный велосипедист в ответ на такой позитив будет очень растерян, и тогда ему тоже захочется сделать добро. Он поедет по улице и увидит, например, беспомощную бабулю и поможет ей донести продукты до дома. А у нее, в свою очередь, настроение поднимется на весь день. Существует только один единственный способ сделать этот мир добрее и лучше – не отвечать злом на зло. Научитесь видеть позитивные стороны во всем, что бы с вами ни происходило. Проделывайте такое упражнение каждый день. Это просто. Если хочешь изменить мир, начни с города. Если хочешь изменить город, начни с улицы. Если хочешь изменить улицу, начни с дома. А если хочешь изменить дом, измени семью. Если хочешь изменить семью, начни с себя. И тогда, если каждый изменит себя, мы вместе все изменим мир. И это маленькое действие со стороны каждого разрастется в огромный клубок, который покатится по всему миру.